Продолжаем движение. Пятая серия. Направление в сторону Крыма. Пока еще трасса М4 Дон. Но ведущий решил ехать по Яндекс.Навигатор в объезд пробок. Это был не самый лучший вариант, не самый лучший выбор, но дело было сделано. В итоге такую петлю там накрутили. Нельзя доверять стопроцентно Яндекс.Навигатору с пробками. Вообще никому бы не рекомендовал уходить с магистрали, какие-то объездные козьи тропы. И время потеряете, и расстояние там неизвестно какое. Просто у меня был один раз печальный случай, когда из Улан-Удэ в Читу поехал не по магистрали, не по федеральной трассе, а по дороге регионального значения. Это было для меня очень хорошим уроком. Поэтому теперь всегда предпочитаю федеральную трассу. Так, сегодня СМИ сообщило о том, что вводится новая цветовая расцветка синего цвета, синего и желтого цветов.
давно нужно было использовать всю гамму красок, и красную, и зеленую. Вот, ну вот пока ввели желтую и синюю. Впереди камера. Ограничение 90. Ну вот, пошел по Яндекс.Навигатору. Серьезная ошибка. Ну, тут без комментариев. Это въезд Ростова.
Еще один такой совет. Приобретайте продукты в дорогу. Но случилось так, что кончились. Найдите какой-нибудь большой магазин, гипермаркет. Вот, покупайте там, потому что несколько раз я здорово попадал вот на эти вот национальные магазины вдоль трассы. И там кухни разные, какие хочешь. Кухня на самом деле дерьмо невероятное. Ограничение 60. Гадость жуткая. Лучше купить, не знаю, там кусок хлеба, кусок колбасы, чем вот эти пирожки. Особенно Кавказ, там Средняя Азия. Там такое дерьмо лепят. Взял пирожки с картофелем. Пирожок весит 0,5 килограмма, а внутри картошкой только пахнет. Там помазали картошкой, видать, и завернули пирожок. И с мясом такой же оказался. Ну, в общем, не рекомендую никому покупать, останавливаться, обедать, ужинать, если тем более с семьей едете. Впереди город. Ограничение 60. Здесь допустили серьезную ошибку. Поехали в объезд. Ладно, дело прошлое. Ну, время уже послеобеденное. Еще не темнеет, но идет, к этому идет дело. Скоро будет вот эта придорожная точка, где продают не знаю, как это назвать, еду, короче, продают еду. Нет. Там остановимся, вот эти бежевого цвета. Впереди мобильный пост,
начале 90-х. Да, снега нет. Снега нет. В Крыму, кстати, трава зеленая на полях. Но деревья еще не распустились. Ну вот, Ростовская область. Снегом и уже не пахнет. Полотно сухое, движение комфортное. Небо пасмурное, погода пасмурная. Видите этот фрагмент, этот, извините за выражение, ладно, не буду говорить, что это за заведение кирпичное. Никогда не останавливайтесь здесь, никогда. Место мерзопакостное в плане еды, в плане пищи. Мерзопакостное. Деньги выброшены на ветер. Да мало деньги выброшены.
Тут и отравиться не проблема. Цены нехилые, но самое страшное то, что купив что-нибудь покушать вот в таких, не хочу называть местах, вот вы рискуете отравиться. Лучше взять с собой в дорогу сухой паёк какой-нибудь. Да в конце концов лучше голодным уехать, потерпеть немного. Но выручают вот эти вот сухофрукты, цукаты, орешки. Ну, почему остановились здесь? Ну, наверное, сказалась усталость. Усталости просто хотелось размяться немного. Правда, залили воду для омывания лобового стекла. Избегайте, избегайте таких мест. Ну вот эти вот козьи дороги, козьи тропы. Ночью очень тяжело по ним ехать. Но далее на видео сами оцените условия. Эти вот дороги, я их называю козьи тропы. Вначале там такая замануха вроде бы хорошая и разметка все, но постепенно все хуже, хуже и хуже. Так что не повторяйте мои ошибки, мои просчеты. Не слушайте Яндекс.Навигатор, особенно пробки эти. Проехать можно, не застрянете, но ну, дорога местного значения, она
сильно отличается от федеральной трассы. Сумерки приближаются, наступают сумерки, время. Сколько? 16. Примерно 5 часов вечера. Но зима есть зима. Короткий световой день. И вот когда темнота застает на такой дороге, движение достаточно рискованное. Где остановиться на ночевку, на привал. Даю характеристику пирожкам этим. Сколько раз попадал я в такие ситуации, блин. Все наукой не становится.
Дождик стал накрапывать. Но в светлое время суток куда ни шло ехать по этим козьим тропам. Но в условиях ограниченной видимости от этих осадков Вот при... Что, Краснодара нету по ровной этой дороге? Есть, но она длиннее. Преимущества и недостатки движения в группе. Ну, во-первых, двигаясь в одиночку, я бы поехал по другой дороге, по федералке. И, во-вторых, уже стал бы искать место для остановки на ночь. Ну, еще полчаса, может быть, максимум. Максимум еще бы двигался полчаса, час максимум. И остановился бы на привал. Ну вот, в группе приходится... Ограничение 60. Да, вспоминаю эту поездку. Ну, фуры едут в объезд постов, это понятно. Или с перегрузом идут, или везут какой-то товар левый. Интенсивность движения невысокая.
Очень аккуратно подходите к выбору маршрута. Очень аккуратно. И во время движения я бы не советовал корректировать на эти Яндекс.Пробки, на Viettel.Пробки. В большинстве случаев это чушь собачья. Но если бы не было бы облачности, было бы, наверное, посветлее. Сумерки наступают достаточно быстро. Темнеет достаточно быстро. После этого времени еще часа полтора-два максимум. Потом начнет темнеть резко. Ну вот я предлагаю остановиться на ночевку, на привал искать место. В общем, это видео как учебное пособие. Thank you.
Но поскольку аккаунт называется «Видео дорог России», по треку можете посмотреть, какая это дорога, какой номер, как называется, ну и соответственно ее качество. Нужно отдать должное, что некоторые участки, отдельные участки в хорошем состоянии. Вот и разметку видно, и дорожное полотно ровное, по одной полосе в каждую сторону. Ну вот видите, нету ни интернета, ни мобильной связи, ничего нет. Глухомань, одним словом. Заправка, такой небольшой оазис. Бензин уже был на исходе. Thank you.
заправке заправщик помыл стекла. Но смеркается довольно-таки быстро. Темнеет довольно быстро. Ну, за несколько минут буквально все стемнело. Интересного цвета неба. Где-то мелькают световые оазисы,
Понятно, поселок это или дорога со столбами освещения. Ну вот так вот, поехав по дорогам местного значения, найти место для ночевки, для привала будет крайне затруднительно. Ну и надо периодически мыть фары, омывать. Было в Омской области, дорогу обработали химикатами, вот, и фары очень быстро покрывались такой тонкой пленкой, матовой пленкой. Свет фар был виден, ну, может быть, 1,5-2 метра, и то с большой натяжкой. Видимость была очень плохая. Да, и не будь навигационных приборов, было бы крайне затруднительно движение. Особенно по незнакомой местности. Я бывал в Краснодаре, но всегда по федеральной трассе. Хорошая разметка, нужно отдать должное. Конечно, если бы было занесено снегом, то было бы очень некомфортно. Усталости нет во время движения. Самочувствие бодрое, но то, что вот видимость, конечно. Но сейчас еще жаловаться на разметку не приходится. Разметка хорошая. Но опять-таки это во время, когда нет осадков, снега в частности. Ну, двигаясь один, я бы... Осторожно, дети, ограничение 60. Где-то здесь искал бы место для привала. Но группа есть группа. Немножко полегче с дорожным освещением, но это ненадолго. Из населенной пункты приезжаем, я сейчас движение не могу. Вы можете на треке посмотреть, кто-нибудь протыкает вот так вот видео, общую картину. А справа поезд идет, наверное, увидите. Ну, это чисто вот
ознакомительное видео о дороге местного значения, регионального значения. По указателям можно прочитать, где находимся. Вот разметка, к ней претензий, к ней вопросов нет. Но нужно, говорю, менять указать населенные пункты дорожные, какие проезжаем. А систему в плане многосветного маршрута двигаюсь. Свечные потоки, например, разделять красный. Было бы неплохо, если бы знатокам подсказал, какой город. Но это должны поработать специалисты. Каким цветом обозначать боковую полосу, обочину, каким цветом разделительные полосы. Но мое убеждение твердое, это нужно использовать вот основные цвета: красный, желтый, зеленый, ну, синий тоже. 4-5 цветов, чтобы выбрали специалисты по характеристикам цвета. И применяли, в общем, разрабатывать необходимо новые правила дорожной разметки. А вот это то, что чем сейчас пользуемся, вот белым, иногда желтым, ну, это инструкция, наверное, 1937 года. То есть цветность разметки должна быть, должна занять достойное место, то есть осталось немного минут, и очередная пятая серия. Цвет дорожной разметки должен, но шестая серия будет тоже проходить в темное время, поэтому даже не знаю. Это мое личное мнение. Покажу, наверное, чтобы все было цельно. То, что видно, все-таки это в основном справочный материал для автотуристов, для автопутешественников. Ну а тем, кому интересно просто посмотреть, скорость нормальная. Вот. И те могут посмотреть светлые участки. Ну, вот человек надо круг, одиночка, ну, с семьей имеется в виду, на одном автомобиле, на полотно, и видится в таких условиях дорожные указатели. Это или те, кто очень хорошо дорогу знает. Да, так там по большей части не значит, или база спидкам не охватывает этот регион. Алло. Впереди мобильный пост ОПС контроля разметки. Ограничение 90. Ну, то вместе с вами я заново просматриваю весь маршрут.
Одно дело, когда в салоне автомобиля, другое дело, когда видео просматриваешь. Кстати, на заправке, на прошлой заправке, на которой подъезжали, там были какие-то проблемы. Они не обслуживали карты, не обслуживают карты Сбербанка. Налички не было, поэтому вот встречные машины слепят. Заправка ГПЯ. На Батакане установлен поляризатор, поэтому ну тут есть проблем, по-моему, того ослепляющего залили полный бак бензина. На самом деле гораздо тяжелее ехать. Полотно дороги сухое. Ну, видно, что тут немало. Это радует. В легковых автомобилях люди рассекают. Ну, скорость сами можете наблюдать. То, что начинает моросить, это видно по лобовому стеклу. Есть дороги, где дорожное полотно черного цвета и без разметки. Это, конечно, это ужасно. Но если в темное время можно двигаться с такой скоростью под 100, то в светлое время гораздо комфортнее. Ну вот на этом я закончу комментировать пятую серию. До следующей серии.